Это касается каждой территории, это касается там, где нет даже крупных заводов, вопросы экологии, утилизации отходов, решения проблем сохранения водоемов, чистоты воздуха, еще раз поднимается с новой остротой и населением республики. Я думаю, совершенно справедливо опасения, которые в мире поднимаются по сохранению уже даже не просто рек, озер, водоемов и территорий, лесов, но и океанического пространства. Дорогие друзья, наши победители получают кубок, диплом и сертификат. И, конечно, ваши бурные аплодисменты!